Булгакова Сергея Николаевича, выдающегося богослова и философа, в 1922 году постигла та же участь, что и многих выдающихся ученых и деятелей культуры. Он был включен Лениным в списки изгнанников со своей родины. В юности, увлекшись марксизмом, Сергей Николаевич постепенно, шаг за шагом, возвращался к церкви и к православному миропониманию. В 1918, трагичный для России год, он принял священство. Человек, который жил бы без религии за личный страх и счет своего маленького «я», был бы отвратительным уродом. Как справедливы и точны слова богослова для того времени, времени диктатуры и террора, как справедливы и точны они и для всякого времени. За границей, во Франции, вплоть до своей кончины в 1944 году Булгаков преподавал в Богословском православном институте на кафедре догматического богословия. Там же он стал одним из отцов-основателей русского студенческого христианского движения. Вот еще одна его цитата. «Вера в Бога рождается из присущего человеку чувства Бога, знания Бога. И подобно тому, как электрическую машину нельзя зарядить одной лекцией об электричестве, но необходим хотя бы самый слабый заряд, так и вера рождается не от формул катехизиса, но от встречи с Богом в религиозном опыте, на жизненном пути». Сергей Булгаков.